Заявленные ранее сроки выполнения работ по строительству дороги Кангас-Баурчинья выдерживаются. Информация была озвучена на рабочем совещании исполнительного комитета Иваном Арнаут, заместителем начальника Главного управления строительства, развития инфраструктуры и коммуникации Гагаузии. Он сообщил, что работы подрядчикам ведутся неудовлетворительно, нет необходимой техники и соответствующих специалистов. Также не было возможности связаться с руководителем подрядной организации. Все это может отодвинуть поставленные сроки выполнения работ. Они думают, что где-то числа до 10 закончат правую сторону на подъеме заливать лотки, но по волчам укладка бордюров и асфальтом стоит под угрозой. Единственное, там заготовлено 3500 трущебня и 1300 бордюров. Но... По мнению Башкана, необходимо своевременно проинформировать о текущем состоянии выполнения строительных работ премьер-министра Молдовы, так как объект находится под его личным контролем. Там был подрядчик. Добросовестный подрядчик, который исполнял свои обязанности в строгом соответствии с контрактом, поменяло Министерство транспорта. Он также добавил, что необходимо предпринять все возможные меры, чтобы ускорить работы и начать запланированную укладку асфальта до наступления неблагоприятных климатических условий.